Здрасте, Мордовости! Здрасте! Привет! Привет, привет, привет! Привет, привет, привет! Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про наш слинг-рюкзак от фирмы Moms Era. Данным образом выглядит слинг-рюкзак. У него две лямки. В принципе, обычный рюкзак. Ничего нового, но это еще называется эрго-рюкзак. Почему он называется эрго-рюкзак и лучше обычных рюкзаков, кенгурущих и так далее? В том, что у него эргономичное положение ребенка. Это как? Это когда попа малыша ниже, чем коленки малыша. То есть получается такая правильная М-позиция, которая не вредит спине и тазобедренным суставам малыша. Данным рюкзаком можно пользоваться с 4-6 месяцев, но я бы советовала пользоваться месяцев с 5, да, то есть с 5 месяцев уже можно переставать держать горизонтальное положение у ребенка, и, в принципе, можно его сажать в какие-то там качели-кресла, такие полулежачие, и спокойно можно уже носить в этом рюкзаке. До этого ребенка лучше носить в слинге. Либо есть специальные вкладыши в этот рюкзак. Ссылочку на рюкзак я обязательно оставлю внизу. И что мне очень понравилось, то что здесь есть фиксирующая резинка. То есть если у вас расстегнется замок, то резинка удержит этот замок, и рюкзак у вас просто так не расстегнется. Чем рюкзак удобнее слинга? Застегнул, на себя положил малыша, одел лямки, застегнул их сзади, все подтянул, все готово. Также это очень удобно для зимы. У меня, например, Тим... Да. Ты хочешь посмотреть туда? У меня, например, Тим... Пару раз на улице просыпался, начинал плакать и хотел, чтобы я его несла на руках. Только так он успокаивался. Но вы знаете, Тим у нас весит 9 килограмм, и на руках его долго не пронесешь. А так хотя бы я могу рюкзак одеть сверху своего пальто, одеть его внутрь в своем комбинезоне, и так мы хотя бы можем с коляской дойти. А так мне приходится его нести, коляску вести неудобно. Да? Одел рюкзак, одел малыша на себя, и намного становится удобнее, и тем удобно рассматривать все вокруг. Также здесь, смотрите, есть такие специальные накладки, они отстегиваются, чтобы малыш мог их сосать, да, в общем, он их облизывает, слюнявит вовсю, и чтобы не стирать весь рюкзак полностью, хотя можно и весь рюкзак постирать, можно снять вот эти вот накладочки, они на заклепках, и постирать их. Как видите, Тим себя чувствует здесь вполне свободно, он может там двигать головой, руками, что-то там рассматривать вокруг. Также удобно с рюкзаком в торговых центрах. Не надо думать, какую на себя удобную кофту одеть, чтобы сверху нее одевать слинг. В любой одежде, при любой погоде рюкзак регулируется достаточно сильно, да, то есть может одеть на себя там папа ваш, если он большого размера. Он может одеть папу ваш сверху свитера малыша и, например, гулять с ним в торговом центре. Потому что на руках это не всегда удобно. Также здесь спереди есть два кармашка. Первый кармашек. У меня здесь лежит такой специальный чехол. Это когда малыш станет постарше. Вот он пристегивается к лямочкам. Здесь вот. Либо когда малыш совсем маленький, можно ему вот голову закрыть, например, от солнца или от ветра. Вот прикрывать голову. Но Тиму вот очень она не нравится. Скажем, что не видно, ничего не нравится. А когда малыш становится постарше, это служит как поддержка спины, и ручки у малыша находятся уже над лямкой. Рюкзак просто одевать самому, то есть я дотягиваюсь руками до всех застежек, до всех лямок. Также базовое крепление сзади фиксируется специальной резинкой, это такая резинка безопасности, что если вдруг расстегнется это крепление, то резинка удержит. Я действительно проверяла, то есть, ну, я, конечно, Тиму придерживала, но я расстегивала крепление, и резинка действительно его удерживает. Но вы сразу почувствуете, что у вас расстегнулся рюкзак. Что? Что, да. Тиму не всегда нравится долго в нем сидеть. Скажи, вообще мне нравится в нем ходить и смотреть по сторонам. И поскольку Тимочка уже вырывается, давайте я вам покажу, как отсюда ребенок тоже легко снимается. Все, расстегнули сзади. Заклепочки. Сняли. Рюкзак, все. Ты на свободе! Да? Рюкзак у нас от фирмы Moms Era с сайта ехидна.ру. Я ссылочку оставлю внизу. Именно на наш рюкзак. Ну а расцветки вы можете выбрать уже под себя. Этот рюкзак, в отличие от кенгуру, имеет эргономичное положение, то есть вы не навредите позвоночнику ребенка, вы не навредите тазобедренному суставу. Также в этом рюкзаке малыша можно носить спереди, сзади и сбоку.
к рюкзаку предлагается инструкция, как это все носить, но пока мы маленькие, поэтому едем только спереди. Пока этот рюкзак я не использую как полноценное средство передвижения меня вместе с ребенком, я его использую именно там, когда Тим хочет побыть на ручках, а мне не очень удобно его держать там, когда мне по дому надо заняться своими делами, в магазине, да, прогуляться, еще вести коляску, на улице опять же. Очень такие рюкзаки помогают в поликлиниках, потому что у нас поликлиники многоэтажные обычно, и лифта там нету. Тим очень нравится рассматривать вот эти рисуночки, собственно, куда он сейчас и смотрит. Очень интересные рисунки, приятно зевать их, сосать. Да, и малыш все время с мамой. В общем, я осталась очень довольна этим рюкзаком и смело могу его вам рекомендовать. Это качественное изделие, которое, я считаю, пригодится каждой маме. И давайте я сейчас покажу, как одевать этот рюкзак. Мы берем рюкзак. Вот он у меня весь расстегнутый. И прикрепляем его к себе на пояс. Можно сзади застегивать, если удобно. Продеваем защелку через резинку защитную. Застегиваем и поворачиваем, как вам удобно. Крепим на бедрах. Декстер. И затягиваем. Экспериментатор. Да. Привет. Ребеночка кладем на себя. Поднимаем рюкзак. Ножки расправляем. Усаживаем попочкой его. Одной рукой держим. Одеваем параллельную лямку. Второй рукой держим, одеваем параллельную лямку. Все, ребенок у вас сидит. Проверили коленочки. Затягиваем. 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 Все. Опускаю ее на лямочки. Специальные защитные штучки, чтобы малыш слюнявил их, а не лямки. Их стирать намного проще. И готово. А тебе нравится? Тебе нравится? Да. В этом рюкзаке ребеночек сидит в эргономичной позиции. То есть коленки у него находятся выше попы. Вот попа Тима. Вот коленки. Вот на сегодня и все. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Оставляйте свои вопросы под видео. Я обязательно постараюсь на них ответить. И до новых встреч. Пока-пока.